Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечают День Героев Отечества. Это сравнительно молодой праздник, но его корни уходят глубоко в историю. Торжественные мероприятия в этот день прошли во всех регионах. Не стал исключением и наш район. На базе средней школы номер 2 прошел круглый стол, приуроченный к этой дате, с приглашением Героя России Эдуарда Цеева. Организатором этого мероприятия выступила учитель истории Рима Биджанова. Активное участие приняли учащиеся 7-го Б-класса. Мероприятие проходило в виде беседы. В процессе общения ученики задавали интересующие вопросы герою и получали на них ответы. Неоднократно присутствовал на встречах с Владимиром Владимировичем Путиным. Акцентирует внимание президент России на молодежь. Именно мы, как представители, председатели ветеранских организаций, мы были на него, он акцентировал внимание на военно-патриотическое воспитание, на то, чтобы каждый молодой человек имел некую активную жизненную позицию, вел здоровый образ жизни, что немаловажно для молодого человека, потому что и Путин, в принципе, он делает на вас, на молодежь ставку, большую ставку. Поэтому занимайтесь спортом, учитесь, и вы будете востребованы. Подобное мероприятие позволяет увидеть подрастающему поколению образец человека, с которого можно и нужно брать пример.